Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам о новом криптопроекте, достаточно известном и уже успевшем зарекомендовать себя на рынке Ferrum Network. Я думаю, многим он известен и появился на радарах он еще в 2018 году. Отчет его помню, как регистрировался в вайтлисте летом 2018 года, думаю, как и многие из вас. Тогда был довольно устойчивый ICO тренд, а Ferrum Network был на слуху. Многие ICO обзорщики и табличники ставили его впереди, не исключением был и всем известный Ян Балина. Давайте поговорим немного о технологиях. Ferrum Network — это основанная на DAX сеть, основной задачей которой является улучшение финансовых сервисов в реальном сегменте путем снижения комиссии и увеличения скорости транзакций внутри сети. Акцентирую внимание на том, что это не отдельный блокчейн, здесь не нужны майнеры, а также другие элементы, усложняющие конструкцию платформы. Основной фишкой проекта является то, что их протокол может работать абсолютно с любым существующим блокчейном, улучшая конкретные функции. Это нечто похожее на Lightning в биткоине, только для каждого блокчейна. А протокол по сути похож на кросс-чейн мост, который позволит молниеносно конвертировать и отправлять транзакции между блокчейнами в любой удобной для вас форме. Как я уже говорил, основным полем деятельности Ferrum Network будет являться именно финансовый сектор. Это именно то место, где технологии Ferrum будут весьма полезны и смогут значительно улучшить качество обслуживания клиентов. Внутри сети будет циркулировать токен FRM, который будет служить по сути топливом для отправки транзакций, а также для использования в других продуктах на базе Ferrum Network. Проект развивается уже долгое время по меркам криптопространства и уже успел обзавестись двумя готовыми для использования продуктами, построенными на базе Ferrum Network. Kudi Exchange – это криптовалютная биржа, с помощью которой можно выполнить абсолютно все привычные операции с валютой, будь то обмен, отправка, получение и так далее. Но рядом довольно важных моментов. В первую очередь Kudi Exchange направлена на работу с жителями африканского континента. Поддержка национальных фиатных пар обеспечивает легкость и беспрепятственность использования. Например, возможность депонировать NGN, это нигерийская найра. Все средства хранятся на индивидуальном холодном кошельке Kudi Vault для обеспечения высокого уровня безопасности и решает, в общем-то, важную проблему хранения средств. То есть Kudi Exchange и биржа, и безопасный кошелек в одном. Да, и плюс ко всему с низкими комиссиями, что довольно важно для развития подобной инфраструктуры в африканском континенте. Unifier OTC Wallet. Универсальный кошелек для внебиржевой торговли, разработанный специально для того, чтобы избежать возможных рисков, связанных с OTC торговлей. То есть это полностью автоматизированный сервис, который не требует большого вмешательства третьих лиц, посредников или эскроу в процесс проведения сделки. Иными словами, используя Unifier Wallet, вам не нужно больше беспокоиться о том, как пройдет сделка и не потеряете ли вы ваши средства. Алгоритмы внутри программы просто не позволят это сделать. Довольно актуальная вещь, учитывая, что до сих пор большинство OTC сделок проходит по большей части на доверии. В 2020 году планируется запуск еще двух продуктов – SubZero Wallet и Infinity Dex. Информации о них довольно мало, но по названию вы уже догадались, о чем идет речь. Я думаю, что в достаточной мере ознакомил вас с продуктом, а также техническими сторонами проекта. Если кто хочет еще больше углубиться, советую почитать White Paper. Все ссылки будут, как обычно, в конце. В следующем видео я расскажу вам подробно о токен-метриках проекта, команде, а также токен-сейле. Забегая наперед, скажу, что все будет очень интересно и все как мы любим. Всем удачи!